Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa Source. Мы находимся в каких-то технических сооружениях. В последней серии, насколько я помню, мы были в очистных каких-то местах, короче говоря, ладно, не так важно. Сейчас мы подошли к этой речке-говнотечке, извиняюсь за выражение, и у нас, похоже, не остается другого выбора, кроме как прыгать в нее. Это, на мой взгляд, достаточно будет приятной процедурой, поэтому... Оп! Ой, блин. Ой, давай, сейчас задохнемся. Так, куда не нужно, да? Твою мать. Так, убираемся нафиг отсюда. Дверь, к сожалению, все так же закрыта, но нам обратно и не нужно. Блин, я уже хочу выбраться из этих технических помещений, честно говоря. Тут у нас... Убивают бактерии. Так, нам, чувствую, опять заныривать придется, потому что больше-то идти некуда особо. Это, на мой взгляд, достаточно плохо. Но, по крайней мере, мы прошли через вот эту вот непонятную роторную систему. Теперь можем потихоньку... Ой, блин, течение-то какое. Так, занырнули, все, погнали. О, офигеть. О, так, давай. Куда? Обалдеть. Через что только не пришлось пройти уже в этой игре. Так, где я? Что я тут делаю? Фу. Так, назад. Нет, наоборот, сносит даже. Так, ладно, вот у нас лестница. Ой, что-то отвык я от этой игры, честно говоря. Сколько я в нее уже неделю не играл. Кто-то в комментариях пишет, что я, мол, медленно двигаюсь. Кто-то до сюда там на третьей серии добирался аж. Но у нас же не спидран, елки-палки. Куда спешить? Здесь, конечно же, ничего не работает. Мы медленно, как говорится, по чайной ложке воспринимаем эту игру. Прочувствовать ее нужно, ее атмосферу, вспомнить, как мы ее проходили. А так ломиться вперед, сломя голову. Но зачем? Это же совершенно не та игра. Так, нам, похоже, куда-то... Ой, не хочу. Оп! Твою мать, вот этого только не хватало. Так, а я смогу под водой? Ой-ой-ой. Ой. Что же делать? Давай, пониже. О! Да елки-палки, куда я попал? Ой, блин. Давай. Офигеть. Вот это прогулка, да, по канализации. Ну нафиг. Врагу не пожелаешь. Так, ну ладно, вроде куда-то приплыли. Я надеюсь, у нас сейчас будет отсюда выход. Я не хочу, потому что обратно лезть. Там чего только нет. Так, все по полной, по крайней мере. Я, кстати говоря, установил русификатор, но не уверен, будет ли он нормально работать. Потому что... Я никаких дополнительных действий не делал. Мне, честно говоря, он не сильно нужен. Тут не так много диалогов. В основном все диалоги, которые есть, я и так для вас, то есть, перевожу. Так, хорошо, это куда-то ведет. Давайте посмотрим, куда ведет вот эта вот фильтрация воды. Это, мне кажется, возвращение назад куда-то. Ну, в принципе, да, похоже на то. Нет? Да, мы тут были. Обалдеть. Только не говорите, что... Это же самое начало, мы отсюда начали. Обалдеть, весь этот путь мы могли вот отсюда проделать. С ума сойти. По крайней мере, у нас есть пистолет. Все остальное у нас, к сожалению, отобрали. Так, фильтрация воды. Там мы тоже были.
И что же мы имеем тут? Только не говорите, что я вот за этим сюда ходил. Офигеть, мне что, опять прыгать в речку, что ли? И куда это ведет? Подожди, я же был тут. Да-да-да, вот я прыгнул, меня он туда понесло. Что же это нам дает? Если я тут спрыгну, то... Нет, ничего это нам не даст. Да. Ну что ж, давайте осматриваться тогда. Я пока что не нашел вообще никакого пути. Ну, нет. Вот я приплыл отсюда, вот так вот меня принесло. Здесь у нас очистные. Интересно, девки фляжат. 4 штуки в ряд. Бардак! Так, что же делаем тогда? Вот тут у нас есть, то есть, дорога, которая ведущая дальше. Но мне опять, похоже, в эту речку придется заныривать. Что поделать? Что поделать? Только так, никак иначе. Так, погнали. Ох, ох, офигеть. Давай плыви куда-нибудь. Ой-ой-ой. Где я? Где я опять? Куда я? Подожди-ка. Тут я не был. Тихо. Хорошо, куда мы прибыли в итоге? Был ли я тут? Что-то у меня место вот это вот какие-то ассоциации вызывает. Вроде как знакомое. Так, выключено. Ага, пошла лента, конвейер. Отлично, клейморы. Ой, то есть какие клейморы? Сэтчел чарджи. По-простому взрыв пакета. Что же мы тут делаем? Когда же мы отсюда... Ты посмотри, мы теперь с двух сторон уже выход имеем к самому началу. Ну, как видите, тут все взаимосвязано. На самом деле, как-то больше логики в этих помещениях появилось. То есть видно, что тут могли работать люди, все между собой безопасными переходами связано. А не тупо какое-то нагромождение препятствий, как, я не знаю. В некоторых играх посмотришь и просто думаешь, как вообще люди здесь могли жить и работать. Но здесь все логично. Ну, то есть я уже понимаю, что мне вон туда нужно, к этим конвейерам, и по ним, похоже, уходить. Просто сейчас осмотримся потихоньку. Офигеть. Нужно ли мне вообще сюда идти? Я надеюсь, пол подо мной не провалится сейчас. Скотина все равно цепляет, а? Смотри, живы еще. Да, блин. Что-то из взрыв пакет вообще не радует. Хотите сказать, через решетку они меня не видят? Но это серьезный промах искусственного интеллекта. 357 калибр у этого пистолета. Это же офигеть, слонобой какой. Ладно, я, конечно, возможно, двигаюсь не туда, куда хотели разработчики, но здесь, по крайней мере, что-то интересное, похоже.
Здесь типа небольшой секретки, я так понимаю. Началось слияние миров из измерения Зен. Прибыли местные, оказались в этом месте. Каски у них не было, выбраться поэтому они не смогли. Че вообще тут делал-то? Ну ладно. Короче говоря, кстати говоря, прошу прощения за неточность, которую я допустил, когда говорил о том, куда именно я запускаю ракеты. Ух ты. Помните, мы запускали ракету, я говорил, это нужно, чтобы запустить спутник, и таким образом, чтобы весь мир узнал, что тут происходит. По сути, это оказалось не так. Я на самом деле забыл. Эту ракету со спутником мы запускали, чтобы можно было как раз именно установить контакт с измерением Зена и открыть портал. Вот для чего это все нужно было. Собственно, этим спутником и воспользовался Альянс, чтобы напасть на Землю в итоге. То есть мы сами себе могилу выкопали. Может, я опять что-нибудь путаю. Так, ну что, погнали. Вперед. За приключениями. Нет, нет. Ой, я подумал, все, хана. Так. Так, тут я был. Ну ладно, допустим. Допустим, куда это нас все приведет? Обалдеть. Я надеюсь, мы уже выберемся нафиг из этого цеха. Мне здесь не нравится. Самое, по-моему, некомфортное место в игре. Фу, обалдеть. У нас сортировочная. Прям как в этих, да? В аэропортах. Ну и вроде как особо-то ничего нет. Зато можно пониже спуститься. Ага, хорошо. О, так, ладно, я лучше сюда пойду, пожалуй. Но здесь, судя по всему, нет ничего. Это просто если упадешь сверху, сверзишься. Чтобы было откуда вернуться, понятно. Абсолютно бесполезное помещение какое-то. Ой, как я хочу отсюда выбраться. Это кошмар какой-то. Блин. Да как так? К ним вообще притрагиваться нельзя, что ли? Это было понятно. Блин, ты посмотри, как двигаются. А если поверху пробежать? Ну, блин, ну хары уже. Надо поближе подойти и сохраниться, потому что я что-то тут чувствую, не раз сдохну. Где-нибудь вот тут вот. Между ними вообще раз... Ой, блин, ты что, пугаешь-то меня? Да, блин, ну как это сделать? Я не знаю. Так. Гидравлику вырубить, конечно же, не получится. Короче, да? Офигеть, это... Так, тихо. Блин. Военные. Ненавижу военных. Не всех, конечно, только местных.
Переработка твердых предметов, сжигание. Супер! Восстановление материалов. Судя по субтитрам, где-то внизу меня заметил хедкраб. Или даже не мне. Внизу. Блин, я хочу просто... Просто хочу выбраться отсюда. Так, хорошо, опять нажимаем непонятный рычаг. Наверное, один из этих шлюзов откроется. А, вон оно как. Зачем это нам вообще? Может, им с размаху вынести эту дверь? Ну-ка. Что еще тут есть? Эта дверь, конечно же, не открывается. Да, я знаю. Я знаю, что двери, на которых нет ручек, не открываются. Я просто пробую. Мало ли, какую пасхалку найдешь в итоге. Так, ну я могу вниз туда спуститься, но я не думаю, что это нам очень нужно. Давайте попробуем вынести дверь с размаху. А, вот, смотри. Все, понял. Как-то вот так вот. Там очередная движущаяся полоса. Сейчас эта качалка успокоится. О, это что такое опять? Игра-то временами меня удивляешь своими проседаниями. Ну только временами, в целом, все достаточно пряморуко сделано. Хорошо. Что это нам все дает? Ну отлично, вообще просто супер. Только этого нам не хватало. Ну вот, короче говоря, кто-то говорит, чем Артур занимается во время подгрузок уровня. Хватит игру. Короче, это же просто офигительно насчет того, что какое в этой игре разнообразие именно ситуаций. Ну, тут совершенно разные подходы именно на разных уровнях. Где-то ты вот именно с окружением борешься, где-то ты борешься с... по рельсам там ездишь, совершенно другой геймплей. Короче, каждый уровень — это именно что-то новое, что-то дающее свежие ощущения. Так, я надеюсь, я правильно сделал. Мне вот сюда, скорее всего, да? Секретики всякие. Так, я не могу это использовать, отлично. То есть, замечательно, что это мне дало все? Куда вот я ходил уже, да? Ну или в похожем я помещении был. Супер! Да, здесь просто черт ногу сломит. Используется, это не используется. Ну что ж, нет, так нет. Теперь они знают, что я здесь, если что. Блин, надо было чуть подальше отойти. Тихо, тихо, тихо. Да. Все лучше и лучше. У нас тут рука в воздух висит. Так, хорошо, но нам туда сейчас нужно вернуться. Это офигеть. Достаточно долго дорога, я думаю, будет. Мне не нравится это место, но ничего не поделаешь.
Уже вторую серию приходится ходить по не очень приятным таким помещениям. Хорошо. Как же мне подняться? Блин, если бы еще по телефону не названивали постоянно, не отвлекали меня, я бы как-нибудь уже получше ориентировался. Так, ну и что нам дает, что мы сюда пришли? Ничего, тут эти огромные баки стоят. Отсюда мы, собственно, пришли. У меня такое ощущение, что это наоборот, если бы мы откуда-то отсюда упали, нам нужно... А, вот. Вот. Нужно было бы идти в эту сторону, и как-то уже наоборот это, то есть возвращение было бы. Да, офигеть, эти лабиринты. Лабиринты прямиком из 98-го года, когда вышла игра. Сейчас уже, конечно, так не делают, но в ремейке они были вынуждены вернуться к такому делу, потому что все-таки это ремейк. Так, там наверху мы повернули рычаг, потянули и в итоге попали вон туда. Хорошо. Сейчас как нам, что и нам делать? Другой вопрос. Здесь внизу никого. Радиоактивные материалы. Супер. Отходы. Обожаю отходы. Там была лестница, запомним. Что же у нас тут? Да что ж ты не дохнешь-то? Плюется. Фу, так, ладно. Мы уже две лестницы пропустили, идем куда-то в непонятное. Блин, сколько тут всего. Так, ну тут мы были, это мы сейчас быстро вернемся. Но по сути это самое начало практически. Мы вот отсюда приехали. Или оттуда приехали. Ну, короче говоря, тут мы были. Пойдет. Так, костюм нас защитил. Ну, в принципе, давайте отсюда пропрыгнем еще раз. Так, я думаю, быстрее будет. Сейчас, блин, доспешусь, упаду куда-нибудь вообще не туда. Так, тихо. Сохранились. Я уж подумал, упал. Так, хорошо, сохранились еще раз. Тут нас... Отлично я пробежал. Как обычно. Так, идем сюда. Не будем брать себе вот эту ерунду. Потому что потом опять придется по новому возвращаться. Так, куда тут идти-то? Дверь не открывается. Ох, блин, эти хождения. Это какой-то кошмар. Так, все, сохраняемся. И сейчас нам нужно будет действовать крайне аккуратно. Подожди. Я что, кругами хожу, что ли? Ох, так, ладно. Я запутался. Мы же только что проходили по нужному месту, нет? Что ж ты мне все равно? Что так, что эдак жжет, а? Надо все-таки взять.
Так, ну что мне это дает? В принципе, все равно туда же идти. Так, ну и... Отсюда я в прошлый раз поехал вон туда. Сюда я поехал сюда. И вот тут вот уже сейчас будет этот барабан, похоже, да? Сохранимся. Да, вот тут я упал. Сколько пришлось проделать. Ну, блин, посмотри, как сложно. Так, лучше я загружусь. Я не хочу по новому все это проделывать. Вот игрыш роли, он, конечно, такой, но... И меру знать тоже нужно. Тут еще и с разбега нужно попадать. Так, ладно. Хорошо, радиация, супер! Фу, так. Ну когда же уже все это закончится, мать? Твою мать. Закружила. Обалдеть, блин, надо было тут быстрее думать. Спрыгивать куда-то сюда. Да, в такой дробилке ничего не выдержит. Так, ну и нам по факту куда-то вот сюда нужно, похоже. Офигеть, путешествие. Опять в эту речку. А, это не речка. Самое страшное, я думаю, позади, да? Твою мать. Да что ж ты... Ты не застревай это уже. Офигеть. Барнаков. Вот. Для полного счастья не хватало только барнаков. Вниз туда, я так понимаю, падать все же... Не стоит. С другой стороны, если Барнакл смог меня поднять... А, тут без него вон лестница есть. Барнаклом иногда можно пользоваться. Использовать их для того, чтобы подняться в недоступные места. Потом под конец нужно, конечно, извернуться. Резко по ним выстрелить. И спрыгнуть туда, куда вам нужно. Военные. Но, по крайней мере, у нас есть чем от них отбиваться. Это уже хорошо. Так, ну мы, похоже, выбрались из этих помещений. Теперь осталось продвигаться дальше. Но это мы будем делать в следующей серии. Это была серия, могу сказать, небогатая на события, потому что... Ну что тут, механизмы, очистные механизмы. Но, тем не менее, это было довольно-таки сложно и довольно-таки неприятно. Но мы выбрались. В следующей серии пойдем вперед. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.